холле Щелковской музыкальной школы. Слышны фортепиано, скрипка и другие музыкальные инструменты. Каждый день здесь посвящен творчеству, но бывают такие, когда музыка звучит по-особенному пронзительно. Первое событие нового учебного года. Его так ждали юные дарования и их преподаватели. Остаются последние штрихи, настроены ли инструменты, на месте ли ноты. Все необходимо еще раз проверить. Эти минуты перед выступлением самые волнительные. Международный день музыки струнный отдел учреждения отмечает программой «Его Величество оркестр» или «Культурное путешествие». Это же первый праздник после лета. Ну, то есть... Все хотят чего-то сыграть, все хотят чего-то исполнить. Ну и вот струнный отдел сегодня делает это представление. Елена Владимировна Лукьяненко, которая организовывает этот праздник, и ее весь отдел, без исключения, они очень большую работу провели. Музыка сейчас, мне кажется, должна делать наши сердца теплее. Она должна помогать сейчас нам. У нас сегодня принимает участие все отделение, вот эти дети, около 63 человек, играют вот этот большой уникальный такой оркестр. Звучит очень красиво, я считаю, когда скрипки и виолончель переливаются звуком, очень мелодичный звук получается. Я, когда ехала сюда, я очень волновалась, боялась. Думала, что у меня ничего не получится. А на репетиции все, оказывается, у всех получилось, правда? Да. Сценарий праздника был написан еще в 2017 году и представлен на муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». В этом году настал звездный час. Программа «Его Величество оркестр» или «Культурное путешествие» не совсем концерт. Это интерактивное музыкальное представление. Каждый его участник погружается в удивительную атмосферу творчества. Струнный отдел собрался в большой оркестр. Ребята предстали в роли и исполнителей, и слушателей. Все номера сопровождались рассказами о музыкальных инструментах, истоках профессионального струнно-смычкового искусства, приемах и техниках игры. В зале учреждения прозвучали музыкальные иллюстрации, фрагменты известных произведений русских и зарубежных классиков. Звучит запись шедевров мировой классической музыки, а учащиеся исполняют партии, которые они так старательно изучали вместе с педагогами. Преподаватели нашли интересный прием, который позволяет юному дарованию почувствовать себя частью профессионального симфонического оркестра. Может, кто-то из этих ребят в дальнейшем выберет музыку делом жизни, как это сделали их педагоги. Многие преподаватели и сами когда-то здесь учились, а теперь передают свой опыт подрастающему поколению, прививают любовь к музыке с юных лет. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.